Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 456 упражнение. Это диктант. Необходимо списать, обозначить корни чередующимися гласными. Итак, растительность. Вставляем букву А, корень раст. Нашей местности. Проверяем слово место и вставляем букву Т. Предлагать. Корень лаг. Способ. Пересадки. Садить деревьев, проложить корень ложь, тропинку о, в зарослях, рос, крошечный, росточек, слово исключение, рост, подросли, рос, на грядке, выращенный, ращ, нами сад, произрастать, раст, в пустыне, разложить, ложь, растение, раст, для гербария, слева от меня, веточка, вырастает, раст, из почки, разрастаются, раст, лесные полосы, вырастет, раст, и распустится, что сделает тюльпан, всюду и везде будут рассказывать о выставке. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!